Страна FM принимает поздравления. Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна FM. Лиза Калинина в студии, Майк Бойс. И нам тут сегодня 2 года. И я должен здесь сказать, вот глядя на нашу гостью, йоу-йоу-йоу, Катя Гагорина с нами здесь. Катя, привет! Друзья, привет, мои хорошие. Я бы подошла, но мы здесь подойдем и обнимем. Печунью я отобью. Катя Кокорина, мы любим и обожаем. Ребят, поздравляю. Ну, это же 2 года, это уже почти совершеннолетие. Да, пиз, брат. Почему он думает, что со мной нужно так общаться? Потому что у тебя крутая. Не знаю. У тебя крутая. Не знаю, вот так вот, чтобы с тобой было удобно общаться, я стойку беру. Ребят, я вообще, я поздравляю вас с днем рождения. Это такая классная дата. Я желаю вам побольше музыки, побольше классных гостей, позитивных. Смейтесь, радуйтесь. И, конечно же, радуйте нас, наших и всех зрителей. Класс. Это супер. Спасибо огромное. У тебя как дела вообще? Как настроение? Суперское, я смотрю. У меня как всегда. Да. Я заметила. Все классно. Ты нам подготовила музыкальный подарок. Конечно. Да? Конечно. Дари! Что сейчас мы услышим? Right here, right now. Right here, right now, in this place, Strana FM, 89.9 FM. Yo-yo-yo, brother! BJ, we have BJ. Я прям вижу, как сотни афроамериканцев стоят сзади и машут так... Скажи, да, что мы сейчас услышим? Я приготовила музыкальный подарок. Это моя песня «Долго», которую мы у вас здесь презентовали. Да, мы любим. Там, кстати, танцы жаркие в клипе. Жаркие танцы, уже зажжем. Постараюсь так же жарко. Ну, давайте. Ну что, будем петь? Галстук поправляй. Да, уже? Мы готовы. Уже готовы? С днем рождения, Страна FM! Музыкальный подарок! Поехали, поехали! Долго тянутся дни нитями паутин. Если нет тебя в ней, если ты где-то один, тонкими мыслями связаны мы с тобой. И независимо стали одной главой. Ты тоже вставай, давай, давай. И слова не нужны никому. Пусть лежат они в холоде тихих стен. Мы взлетаем и снова ко дну. Воздух твоя любовь, космос моя постель. Изучай меня по линиям рук. Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут. Свет на осколках. Долго, 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 да? Изучай меня по линиям рук. Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут. Станем одной волной, если я выбор твой. Вот так лучше, когда вы стоите. Слова нет. Вместе с тобой тону. Ты мой иммунитет. Падаем в глубину. Долго тянется ночь перьями облаков. Губы в губы на скотч. Знаю, ты тоже готов. Улетая, стать целым на миг. Не читая строк, небо лететь с тобой. Укрывая от сотен других, что космос моя постель, а воздух твоя любовь. Изучай меня по линиям рук. Долго, долго, долго. Навсегда с тобой останемся тут. Светом на осколках. Изучай меня. Сохрани эти ночи на ты, только не забывай. Ты моя западня, вместе с тобой на край. Ты меня изучай. Изучай меня по линиям рук. Долго, долго, долго. Давайте вот такое движение.
Восхитительно. Ну, вот Катя Кокорина. Особенно да? Вот это движение, это было просто нечто. Нам сегодня 2 года, день рождения, это Катя Кокорина. С днем рождения, друзья. Я надеюсь, что страна будет долго. Вот в я нашей думаю, стране и не только. Представляешь, какой кайф? Там перед нами поют такие артисты топовые. Мы еще вот личный концерт у нас. У нас VIP-концерт. А какой кайф мы, что мы перед ними танцуем перед всеми? Знаете, что было самое странное? Когда вы сидите, а я стою и начинаю петь. Вот это было очень странно. Вот так, Катя, и будет выглядеть твой сольник в Государственном Кремлевском дворце. Именно так он и проходит. Ну что ж, единственное, что еще осталось сделать. Задание у нас к тебе. Задание. Так. Просто так ты не отделаешься. Конечно же, у нас есть написание гимна, мы его здесь пишем уже целый день. Нам нужна строчка от тебя. Очень просто. До этого были следующие строки. Чтоб страна FM звучала у всех, чтобы в ногу с вами шел всегда успех, чтоб ЗП у сотрудников росли, группа Viva новых песен принесли. ТЧК. Там есть Я должна придумать одну строчку. И да. Мне кажется, пора новую идею. А следующий персонаж, который к вам придет, я даже знаю его. Так. Он придумает. Доминик Джокер. Ага. Так, ребят, должно быть что-то изощренное. То есть, смотри, от тебя фраза, ты либо начинаешь что-то новое, либо продолжаешь, если идет мысль. Ну, конечно же, нужно начать что-то новое. Ну да, здесь разные принесли, в принципе. Это уже закончено, поэтому пусть будет, например, припев. Держи, ага. Это тебе маркер. Так, я могу? Да, тут у меня просто... Вот я, группа я... Viva, группа Viva до тебя отличилась. Ага. А Соломонова, ну это мы не можем никак забыть, потому что про зарплату. Ага. Ага. И собственно, что еще? Так. Ну и, собственно, ты сейчас должна быть перед Домиником Джокером. Давай его подставим. Давай. Надо какое-то слово очень сложное. А, пожалуйста, синхронное вещание приходит. Телерадиоканал. Синхронное вещание телерадиоканал. Смотри, и так и напиши. Так и напиши, я тебе точно говорю. Телеканал синхронное вещание. Не надо. Нет, канал. У Доминика Джокера должна сыграть рифма на слово канал. Хорошо. Я тебе подсказываю. Я отрываюсь. От земли. Стой, я тебе помогу. Не надо, не раздевайся. У нас шоу 16+. Да, окей. Так, синхронное вещание, да? Правильно? Синхронное вещание. Точка. Телерадиоканал, так? Точка. А, да. Телерадиоканал. Ну, нормально. Хорошо, это же гимн прекрасный. Мне кажется, мне как раз для Доминика Джокера. Я хочу сказать, что это начало припева. Однозначно. Рефрен начинается здесь. Да, абсолютно. Забираю маркер. Пожалуйста. Катя, расскажи, какие у тебя планы? Что впереди еще? Лето у нас, осень. О, что ждать? Где тебя искать? Где тебя найти? Начинается сентябрь, начало новой программы. Мы сейчас делаем дэнс-программу на существующие треки, да. То есть это будет не просто я вот приду такая, у вас классно, так потанцую, а с ребятками мы такие тут зажжем. Пяу! Вау! Да, будет круто. Мы присоединимся. Да. Вот, да. Да, можете, кстати, да, побыть со мной в моей команде, класс. Если нужны деньги. Тара-тира-та! Нужны деньги! Стойте! Мы сейчас слушаем, я так понимаю, Подольску и говорим о том, как мы заработаем с тобой бабла. Ну что же, оставайтесь с нами, а мы как раз, ну и что, значит, получается как по деньгам. Страна FM принимает поздравления.